А вы хоть раз меняли всю свою привычную продуктовую корзину за 3 часа, выкинув все свои здоровые и полезные продукты из холодильника? Потому что сегодня ночью прилетает семья наших друзей из Америки, и у меня всю неделю будет полный дом детей всех возрастов. Моя мама в общих чертах рассказала о их предпочтениях, и у меня зашевелились волосы на голове. В общем, меньше слов, у нас 3 часа погнали покупать всю эту дичь с расчетом на неделю для 4 американских тинейджеров. Первым делом сегодня я пошла в магазин и купила очень много шоколада, потому что они очень сильно любят сладкое. Также я решила не брать особо какие-то продукты, ничего не готовить, поэтому пришлось перейти по заведение. Первым делом я пошла в бургерную и взяла для них очень сочные большие бургеры. Мне кажется, они это оценят. Чтобы не рисковать, взяла проверенные бургеры и особенно заострила внимание на куриных котлетах, потому что они нравятся всем. Далее, возле своего дома, я нашла пиццерию и пошла именно туда, чтобы взять пиццу. Во время этого мы с мамой сами поели немного, и это было очень вкусно. Она оказалась очень сырная и сочная, поэтому я рада, что мы взяли ее для гостей. Также решили заострить внимание на вот таких маленьких, потому что это удобнее, и таким образом можно взять побольше вкуса. По сладостям я еще решила поискать всякие пирожники и так далее, поэтому купила вот такой вот, потому что в нем уже сразу есть. И он очень вкусный. Далее уже вечерком я сама пошла с подругой в кафе покушать, и там я нашла вот такой вот дрип-кофе. Кофе, который вы можете готовить как чайный пакетик, заваривать просто в кружке. Мне кажется, очень удобно, поэтому взяла его. Ну и сама я очень сильно вкусно покушала. Мне понравился вот такой вот испанский чизкейк с малиновым чаем. Это было просто обалденно. Ну и в принципе на этом день первые закупки продуктов подошел к концу. Надеюсь, им все понравится.